18 декабря 1890 года на сцене городского театра в Уфе состоялось первое сольное выступление Федора Шаляпина. Он исполнил партию стольника в опере «Галька». Досталась партия тогда еще никому неизвестному певцу по воле случая. Артист, который должен был играть стольника, за два дня до выступления заявил, что петь не будет. Роль предложили юному Федору, взяв с него обещание разучить партию за одну ночь. «Все время до спектакля я ходил как по воздуху, вершка три над землей», — вспоминал Шаляпин. «Голос у меня, к счастью, звучал свободно. Когда я кончил петь, раздались аплодисменты. Это изумило меня, я подумал, что аплодируют не мне, но дирижер шептал: „Кланяйся, черт, кланяйся“. Тогда я начал усердно кланяться во все стороны». Этот вечер и принято считать началом блестящей карьеры великого певца.